Девушка 20 лет не виделась с отцом, приезжает его хоронить, потому что он умер. И по пути в морг с ней начинает происходить различные метаморфозы, она начинает видеть своего отца. На этом завязан сюжет. А мой персонаж, это таксист такой, Харон, помогает перевести это тело в морг, ее бывший сосед, с которым она тоже не виделась 20 лет. Этот персонаж, кроме моего тела и моего голоса, от меня там нет вообще ничего, абсолютно. В силу того, что там есть хорошая драматургическая база, потому что это изначально пьеса Татьяны Загдая «Человек в закрытой комнате», и на основе этого драматургического материала был уже написан сценарий. И сценарий был написан очень классный. Поэтому роль было строить несложно. Этот человек украл моего отца. Мертвого, я надеюсь? Конечно. Фу, ну слава богу. То если б живого, то я не знаю. Я думаю, что это сказка. Сказка о настоящей жизни. Мы все так или иначе, даже при хорошей семье, даже при полной чаше дома, все равно у нас у всех есть какие-то детские травмы, с которыми надо работать. И вот этого ребенка своего маленького, который находится внутри, его надо, ну, как-то с ним приходить в лад, как-то с ним приходить в мир, чтобы жить и не совершать каких-то ошибок.